Всех приветствую. Так, у нас еще подтягиваются люди. Это очень-очень хорошо. Всех-всех-всех приветствую. Всех рада видеть. И сегодня у нас особенный день вообще, да, очень особенный день. У нас сегодня запуск, анонс нашего курса «Счастье в встроенном теле». Это, так, 3 секунды. Куда у нас делось? Так, сейчас мы запускаем слайды. Видно, девочки, слайды, все хорошо. Сегодня у нас запуск нашего курса «Счастье в встроенном теле». И, Кать, ты переключаешь? Давай. У нас тут целая техническая поддержка. И кураторами нашего курса встречаем нашими бурными аплодисментами. Лариса Добуляк, эксперт по питанию, будет в этом курсе. И Людмила Егорова, эксперт по уходу за кожей лица. Так, и преимущество нашего курса. А что я могу, Катя? Нет, это... Не, вот, я поняла. Сейчас, 3 секунды. Короче говоря, девочки, преимущество нашего курса это... Лучше меня включи. Сейчас, 3 секунды. Вот. Пока технически разберешься. Меня. Во, отлично, чтобы я себя видела. Значит, смотрите, преимущество нашего курса – комплексный подход, практические навыки и поддержка. Значит, комплексный подход – курс объединяет знания из разных областей. То есть мы с вами достигнем комплексного подхода и будем... Да, с разных сторон прививать классные привычки. А можно мне по-другому сделать? Ну, чтобы по-другому я видела. Ладно. Ладно. Значит, практические навыки. Вы получите не только знания, но еще и практические навыки, которые сможете применить и получить максимальный результат. Вот. И самое главное – поддержка. То есть вы всегда сможете задать интересующие вопросы кураторам, пообщаться с участниками курса в специальном закрытом телеграм-канале. Так. Курс у нас будет в течение 21 дня в закрытом телеграм-канале, где будет информационная классная поддержка и практические знания. Значит, мы с вами, цель курса – привить 4 здоровые привычки, которые, короче говоря, научить секретам правильного питания, уходу за кожей лица, антицеллюлитному массажу, лимфодренаж и психологическая поддержка. Для кого этот курс? Для всех, кто хочет улучшить свое здоровье, самочувствие и попрощаться с лишними килограммами. Потому что, как опыт показывает, это все реально и возможно. Вот. Ну, как я сказала, курс будет длиться 21 день. Так. Давайте коротко расскажу обо мне. Меня зовут Добуляк Лариса. Мне в этом году уже 50 лет. И у меня двое детей, у нас с Сергеем, да? И когда родилась, сейчас уже старшая Катя, 18 лет, когда вот она родилась, представляете, мой вес достиг практически 100 килограмм. Было тяжело ходить. Ну, знаете, вещи у меня стали почему-то черными, аллергия сильная проявилась, и с этой аллергией я начала проходить обследование. И когда я попала в больницу, меня отправили к врачу, выяснилось, что у меня ожирение второй степени. Представляете, мне дали рекомендации
Вот. Но, в принципе, никто меня не сопроводил, никто никуда больше не направил. Как говорится, рекомендации дали, и куда хочешь, туда и иди, да? Вот. И вы знаете, вот ногам было очень тяжело. Вы можете по фотографиям посмотреть у нас, во-первых, здесь фотографии, во-вторых, мы сделали анонс этого курса «Счастье в стройном теле», и вы сможете сегодня уже зайти, и там больше будет фотографий. Обратите внимание, вот прямо посмотрите на ноги, когда вот лишний вес, как тяжело ногам. И, конечно же, вот знаете, ощущение такое, совсем не горящие глаза и ощущение какой-то тяжести. Ну, короче говоря, нет вот ощущения легкости, о чем хотелось бы, да, о чем многие мечтают. И у меня родилась идея, надо что-то с этим делать. Вот. И у меня на пути начали появляться разные люди. Вот в то время не было у нас такой онлайн-поддержки. И у нас в офисе еще тогда на Минском у нас офис был. И там Наталья Ивановна Каратаева, она терапевт, она как раз столкнулась с такой же причиной лишнего веса. И так как у нее возраст был уже, она еще старше меня, и ей сказали, у нее кости начали разрушаться, представляете? Ей сказали, либо ты снижаешь вес, либо ты садишься в инвалидное кресло. И она начала снижать вес, она еще терапевт, медик. И представляете, она для того, чтобы поделиться с людьми, для того, чтобы помочь большему количеству людей, она организовала курс, и мы приходили каждое воскресенье, и она нам рассказывала про питание, всякие рецепты, про движения. Мы даже делали эти движения, мы делали зарядку, всякие упражнения. И там я узнала про белок, что 28 это, оказывается, аминокислот и так далее, и так далее. Вот, про омегу и про то, как можно снизить вес. И она делилась прям своими, ну, как сказать, своими рекомендациями, даже вот в питании, что сменить, что на что, там, ну, как кушать даже эту зелень, да, чтобы это было вкусно. Вот. Ну и таким образом я начала впитывать все, что давало мне результат, и применять. И я начала стройнеть таким образом, да. Вот. И что самое интересное, общаясь со многими девчонками, я поняла, что курсов много, как правило, стоят они очень дорого. Но еще какой момент интересный, девчонки стройнеют, но потом вес обратно возвращается, и никто ни на каких курсах не озадачен твоим здоровьем, понимаете, что самое важное. Поэтому стройнеть важно, ну, вообще в комплексе, да, потому что когда ты стройнеешь, надо ухаживать за своей кожей, лица, Люда сегодня расскажет, антицеллюлитный массаж делать, чтобы живот не обвис, чтобы тело не обвисло, зарядочку делать, какие-то интересные упражнения. И вот такие вот привычки, простые, казалось бы, надо прививать. Но что самое интересное, понимаете, вроде бы овладев всеми этими знаниями, вроде бы я и от многих девчонок я слышала, что я знаю все, но у меня не получается там, ну, как сказать. А почему? Да потому что нет поддержки, понимаете? Вот смотрите, вот это фото, кстати, я постройнела на 20 килограмм, представляете? Вот могу сказать, что вы, может быть, даже и не помните, хотя многие, кто со мной общался еще в те времена, они помнят меня вот такую, вот. И, конечно же, это гораздо старше себя чувствуешь, но и другие видят тебя гораздо старше, вот. И по поводу того, что поддержка, вот я постройнела на 20 килограмм, но опять же, Новый год. Туда-сюда. Мне нравится, во-первых, что вес держится, но все равно, когда вот представляете, Новый год, все равно где-то что-то себе позволяешь. А тут скоро весна.
И мои любимейшие красные джинсы, да, в которые я просто очень хочу весной в них гулять. Я вообще любитель разного цвета брюк. У меня их много разного цвета. И у меня вот появилась идея, елки-палки, я одела, а в них никак не влезть, да? И у нас девчонки решили организовать такой пробный курс, ну, многие из вас на нем даже были и участвовали, и за 21 день, имея знания свои, плюс самое главное, поддержка. Понимаете, почему, когда ты хочешь и никак не можешь, да, ай, вот с понедельника начну, ай, вот с понедельника начну, и ничего не получается. Вот, и когда мы организовали этот курс, и когда ты знаешь, что там девчонки, есть информация, есть поддержка, и за 21 день минус 3,5 килограмма, и я в этих джинсах, девочки, представляете, какое счастье, когда они застегиваются, и ты себя смотришь в зеркале и видишь, ну, красоткой, красоткой. Вот, поэтому, чтобы действительно, когда мы стройнеем, чтобы это было все в комплексе, сейчас Людмила Егорова расскажет, да, эксперт по красоте, расскажет немножко о важности комплексного ухода за кожей лица. Люд, тебе слово, дорогая. Так, 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 включаюсь. Нормально ли слышно или не слышно, Да, господи, все боже? отлично, все отлично. Все Так. слышно. Ага, девочки, всем здравствуйте. Кого-то, с кем-то мы знакомы, с кем-то будем знакомиться на этом курсе. Конечно же, Ларис, огромное тебе спасибо за такую классную, не только идею, да, но уже за реализацию в жизни. И когда мы с Ларисой обсуждали, что же нам такое интересное дать, конечно же, стал вопрос о коже лица. Что могу сказать о себе? Девчат, у меня тип кожи проблемный. И сколько я себя помню, вы знаете, очень непросто было за собой ухаживать. Но благодаря знакомству с Oriflame, благодаря такой же, Ларис, поддержки, да, от наставника, от Лидии Миллер, которая рассказала, объяснила, как грамотно все это делать, какие бывают нюансы. Девчат, я пользуюсь комплексно, изучая данный вопрос уже больше 20 лет. Тип кожи у меня проблемный, но она ухожена. И вы знаете, постоянно учусь. Сколько провела я встреч по подбору средств, сколько многим девочкам помогла, и я понимаю одну вещь. Когда начинаешь сбрасывать свои килограммы, кожа порой может не успеть подстроиться под вас. И чтобы не было лишних морщинок, каких-то обвисаний и так далее, мы с вами будем обсуждать, как же грамотно, экологично за собой ухаживать, чтобы после того, как вы влезете в свои любимые брюки, да, Лар, подойдя к зеркалу, вам нравилось ваше отражение в зеркале не только в зоне талии, но и в зоне лица. А уход за собой, это, конечно же, дорогого всегда стоит с точки зрения отражения в зеркале, с точки зрения настроения и той результативности, которую вы ожидаете. Потому что у нас потрясающие продукты, у нас потрясающий комплексный подход и, конечно же, знания, которым не только я сама, да, вот обучаюсь, но еще нас обучает и компания. Ну и плюс еще большое, огромное желание, интерес разобраться вот в этом многообразии всего-всего-всего. Вот, если сказать обо мне, девчата, вы знаете, я всегда была стройной. Я всегда помню себя в детстве, я всегда была стройной. И замуж я выходила стройной, и сейчас у меня двое девчонок, и, конечно, им интересно,
смотреть мои детские фотографии, юношеские фотографии, да, вот свадебные фотографии. Плюс еще девчата любят ходить к моей маме, к бабушке, а бабушка сохранила кое-какие вещи, девчонки мои, в которых я ходила. И когда девчонки берут мои вещи и видят, какая у меня была талия, у них, конечно, не связуха. Мам, ты что такой была? Я говорю, девочки, я сама не ожидала, что я такой была. И, конечно же, девчонки, для меня был всегда шок от того, что я стала поправляться. То есть после первой беременности, после вторых родов я стала поправляться. И вот я прекрасно понимаю девчат, которые ведут, знаешь, такой нескончаемый бой с лишним весом. И я поняла сейчас одну вещь, и почему мы с Ларисой это организовали. Не нужно бороться. Нужно просто осознанно подойти вот к этому делу. И я Ларе сказала, говорю, Лар, мне очень хочется самой и очень хочется пригласить девчат именно в такой проект, где, знаете, было легко. Легко внедрить свои вот эти привычки, которых мы с вами слышали, знаем, читаем, нам рекомендуют, в свою жизнь. Но чтобы их внедрить, конечно, нужна поддержка. И очень важна ваша осознанность, потому что как только ты понимаешь, для чего тебе это, и с другой стороны, что я могу сделать сейчас для моей цели, для моего здоровья, для моего веса, да, вот эти вопросы, когда начинаешь себе задавать здесь сейчас, возникают на них ответы. И понимаешь еще одну вещь. Организм, он очень ленив, девчонки, очень ленив. Сразу же начнутся куча всего интересного. Ой, времени нет, того нет, девочки лучше там могут сделать, ну, всякие отговорки. Но когда ты понимаешь, что ты в команде единомышленников, в команде девчат, у которых тоже и дети, и работа, и мужья, и кошки с собачками, и рыбки, все что, и там еще какие-нибудь хобби, но девчата с радостью делятся своими вот этими вот моментами, да, у нас там будет всего-всего интересного, то понимаешь, я тоже это смогу. И вы увидите, что по истечении 21 дня вы увидите, какие сдвиги в положительную сторону в вашей жизни начнутся. Поэтому нам нужна, как всегда говорю, девчонки, и ваша поддержка, потому что я не только в качестве эксперта по уходу за кожей, но я еще в качестве участницы, да, и куратора, и участницы. И все, что мы здесь будем проходить, я тоже буду это делать. Для меня это тоже очень важно. Тоже буду делиться, будем друг друга поддерживать. Потому что и ваша поддержка нам тоже с Ларисой нужна. Нужна ваша обратная связь. Ну, вроде бы, Лара, я тут все, что хотела, сказала. Может, какие-то есть вопросы? Да, Люда, спасибо огромное. Казалось бы, привил привычку, и потом ты просто живешь. Никаких диет, да, вот, знаете, ты просто живешь и наслаждаешься, ты просто знаешь, какую еду готовить, ты знаешь, с чего начать утро, ты просто меняешь, потихоньку встраиваешь другое, ну, потому что, чтобы получить другое, нужно делать по-другому, да, и ты получаешь другое, и когда проходит, вот, пусть 21 день, да, и ты уже видишь сдвиги, и появляется вера в себя. Но я могу сказать, знаете, сколько раз я хотела, допустим, там, ну, в те же брюки влезть, да? Но все начинается с желания. То есть первое – желание. Второе – поддержка, информация, поддержка. И получается, да, что? Да, однозначно записывайтесь на курс, но это я сейчас это скажу дальше. И получается очень классный результат. И вы знаете, что меня радует? Вы знаете, что меня радует? Вот Люда сейчас сказала, у нее две дочери. У меня, у нас с Сергеем тоже две дочери. И, ну, во-первых, у меня тоже была нереально проблемная кожа в юности. И я понимала, что это... передается по наследству с кровью, потому что у нас у всех эта проблема была, у мальчиков и у девочек. Нас четверо в семье, я четвертая.
И вы просто не представляете, какое месиво у меня было на коже. И я очень сильно переживала по этому поводу, чтобы детям не досталось. И здесь, конечно, все совпало. То есть я научилась сама ухаживать, и детям передала уход за лицом комплексный. Я сама стройнею, но в юности Люда сказала, что она была стройняшка. Я никогда не ощущала себя стройняшкой, хотя по фотографиям вижу, что я была разной. Вот. И здесь тоже, понимаете, как получается интересно? Я смотрю обучение, ну, как сказать, где-то кому-то рассказываю, да, по телефону, и дети у нас в этом варятся, можно сказать. И вы знаете, какое счастье, какая гордость, что вот у нас Аня 14 лет, в этом году уже будет 15, и Катя ухаживают комплексно, ей в этом году уже 22 февраля буквально исполнилось 18, и девчонки комплексно ухаживают, получают красивую кожу, и Анечка в свои 14 лет, уже год, представляете, год изучает вопросы нутрициологии, как питание влияет на здоровье. И она видит на своем примере, как себя можно чувствовать, ну и так далее. Давайте я не буду здесь говорить, а под наши бурные аплодисменты мы ее сюда пригласим, и она нам все расскажет. Анечка, подключайся, солнце мое. Здравствуйте всем. Ой, что так темно у тебя? Хорошо, замечательно. Давай, рассказывай. Ты где? Подключайся. Слышь, давай подключайся с камерой. Так я вроде бы включила. А что, я не вижу? Тут у меня немножко... Так, все. Отлично, тебя видно и слышно. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Добуляк, мне 14 лет, я из города Тюмени. Уже как год я изучаю нутрициологию и применяю свои знания на практике. Первый раз, когда я начала правильно питаться и я увидела такие результаты, как улучшение своего состояния и здоровья, почувствовала легкость в теле, и у меня появилось гораздо больше энергии. Я считаю, что через несколько лет, если вы не будете питаться правильно и следить за своим здоровьем, то вы почувствуете очень сильный упадок сил, и буквально вот вы будете вставать с кровати и уже будете уставшими. Вот, поэтому я считаю, что надо следить за своим здоровьем и правильно питаться, потому что правильное питание – это залог счастливой и здоровой долгой жизни. Анечка, я тебе буду вопросы задавать, ты не отключайся, солнце мое. Ты мне скажи, пожалуйста, почему ты решила вот увлечься этими вопросами? Я просто знаю, что Анютка смотрит много вебинаров по этому поводу, изучает. Что, почему ты начала увлекаться, да, применять? И что самое интересное, ты дальше продолжаешь это применять. И я многому уже у тебя учусь. Ну, вообще, сначала я просто увидела видео в интернете про витамины, и мне стало интересно, что там рассказывают. Вот, потом я увидела, что, оказывается, витамины – это очень важно для здоровья. Вот, и начала пить витамины, и как раз-таки у меня была проблема, что у меня не было лунок. И я спросила у врача, а почему у меня нет лунок? Она сказала, вот, лунки – это вот такие вот белые тут, штучки. Вот, я спросила, она сказала, вот такая особенность. Я подумала, ладно, значит, вот так вот. Но потом, когда я посмотрела видео про витамины, там, оказывается, говорилось, что не хватает как бы витаминов, и поэтому их нету. И вот сейчас, когда я уже пью витамины там 3 месяца, у меня вот появились эти лунки. Вот, и поэтому я сейчас вот продолжаю для твоего здоровья. Пьешь витамины с утробы матери, но просто бывают моменты, когда перестаешь пить, да, по
по причине, тем более, когда взрослеют. А потом, когда появилась такая проблемка и поняла Аня, что нужно пить витамины, и она может уйти, начала пить регулярно каждый день и увидела результат. Ань, скажи, пожалуйста, вот ты вот, ну, в своем юном возрасте, как ты видишь, вот как питание отражает как-то вот на коже лица? Потому что проблемки юношеские все равно есть. Вот, кстати, вот со сверстниками тоже. Ты комплексно ухаживаешь, умываешься, ну, следишь за кожей. Ты вот видишь, как вот в школе, допустим, с кожей лица, и как ты чувствуешь, отражается ли твое питание на коже лица? Ну, конечно, питание вообще отражается на коже и на самочувствии в целом, и на всем теле. Вот. И по своим сверстникам я вижу, что у меня, в принципе, очень... Ну, у меня никогда не было вот таких вот ярко выраженных там прыщей или проблем с кожей. Вот. И я очень, как сказать, очень довольна этим, что я вот так вот правильно ухаживаю, правильно питаюсь, ну, здорово. Вот. И поэтому по своим сверстникам я могу сказать, что у меня идеальная кожа. Еще могу сказать, что это меня Аня тоже сбросила. И, а кстати, ты знаешь, что ухаживала, это, начала заниматься йогой. Почему тебе это нравится и что это тебе дает, тоже вот мне интересно. Ну, я начала заниматься йогой сначала просто потому, что мне стало интересно, как это вообще. А сейчас я занимаюсь, потому что после того, как я вот позанималась йогой, это немножко другой спорт, вот, но я чувствую вот как-то прилив сил, прилив энергии, вот как-то, вот, не знаю, расслабление, уединение с собой, я вот чувствую вот какой-то вот такой вот очень, в общем, кайф чувствую. Ой, ну, еще несколько вопросов, Ань. Знаешь, в твоем возрасте сверстники, как правило, ну, ложатся в разное время, там, не соблюдают вот этот режим. Вот так интересно, ты ложишься вовремя спать, рано встаешь. Вот опять же, что тебя это сподвигло? Какая информация тебя сподвигла вот к этому? Я ложусь, вот сейчас, как ни странно, я ложусь в 10 часов вечера. Вот, почему? Потому что я знаю, что у нас ночью происходят разные обмены веществ, то есть там восстановление организма и отдельных, ну, как сказать, отдельных участков тела. Вот, поэтому я ложусь так рано спать и так рано встаю, чтобы все успеть. Вот. А во сколько ты встаешь? Я встаю в 6 часов утра. У нас сейчас, знаете, как получается? Анечка встает, кашку сварит, мама встанет, покушает. Поэтому у нас сейчас так интересно. Какой-то я еще хотела вопрос тебе, слушая, задать. По поводу сахара. Я знаю, что ты ограничиваешь сейчас сахара. Вот, кстати, говорят, что детям надо сахар кушать. Ну, в смысле, что глюкоза на умственную способность там как-то улучшает. Что ты по этому поводу скажешь? Немножко. Вообще, то, что глюкоза и сахар нужен для нашего мозга, это миф. Потому что... как бы наш мозг состоит из жира, и да, ему нужен как бы сахар, но не добавленный сахар, рафинированный. Ты можешь взять там из фруктозы, там есть овощи, там фрукты, потому что везде, во всех овощах, фруктах содержится природный сахар, вот, и он полезный для нашего организма. А уже добавленный сахар – это лишнее для нашего организма. Вот, и я почему начала убирать сахар из своего рациона, потому что я увидела, что у меня появились отеки, то есть отечность появилась. Вот, и потом я прочитала, что сахар забирает очень много воды из нашего тела, и вот стараюсь сейчас практически не есть сахар. Я знаю, что ты следишь за этим, но можно позволить там один раз в неделю, да? Да. Да-да-да. Ой, так, ну, слушай, мы тебе много вопросов задали. Ты большая молодец. Спасибо тебе огромное.
Я думаю, что мы на нашем курсе еще будем какие-то вопросы с помощью тебя раскрывать, потому что ты уже прям очень за год много интересного мне рассказываешь. Спасибо тебе огромное, показывай своим примером и сверстникам своим, что можно благодаря правильным привычкам. Кстати, еще один вопрос у меня маленький родился. Ань, скажи мне, пожалуйста, а тяжело вот, ну, ты знаешь, что нужно, да, а тяжело потом придерживаться тому, чего ты научилась там, к примеру? Ну, нет, мне не тяжело придерживаться правильного, как бы, питания, и я сейчас, вот у меня цель, вот сейчас я пока на эту неделю поставила себе соблюдать водный режим, то есть там 1,5 литра, вот, потому что я себе купила бутылку недавно, вот, и вот сейчас вот пью с удовольствием, вот, поэтому нет, мне не хочется. Спасибо тебе огромное, спасибо, тебе успехов. Ага. Аня хотела что-то сказать, да, Сидоренко, Аня? Да, я хотела сказать, ну, то есть сказать, молодец вообще, Анна, Аня Добуляк, умничка. Я этого не знаю, а 14-летние знают, да, уже наши продвинутые, молодежь наша продвинутая. Надо тоже за ними вперед и дерзать, как сказать. Молодец, спасибо, умничка. Спасибо. Браво, вот так, браво. Аплодисменты. Между прочим, это у Ани дебют сегодня, поэтому действительно, Аня, тебе аплодисменты. Спасибо тебе огромное, что ты поделилась, рассказала, и даже уже в твоем, ну, в твоем выступлении, да, даже уже было много полезного. Так, а у нас следующая должна быть история Светланы Захаровой. Если есть, Света, подключайся. Если нет, буквально два слова скажу. Когда мы со Светой познакомились, кстати, у нас по соседству живет наша педиатр Наталья Филофеевна, которая вырастила наших детей буквально, да, вот, и Светлана Захарова вместе с Натальей Филофеевной, ну, работала медсестрой на тот момент, и мы в офисе проводили тестирование на весах Танита. Кстати, участникам нашего курса я очень постараюсь договориться, и все, кто в Тюмени, ну, провести тестирование на анализаторах Танита, очень рекомендую. И что хочу сказать, с Светланой мы познакомились, и у нас тогда была подписка 2 плюс 1 на витамины, 3 плюс 1. И она прислушалась, заказала себе витамины, а оказывается, у нее был пониженный сахарный, господи, пониженный гемоглобин. А она, так как медиком является, у нее все анализы, и она, значит, пропила витамины, получается, 3 месяца, да, 3/4 в подарок у нас была. И она, когда сдала анализ крови, ну, во-первых, она почувствовала себя хорошо и увидела, что гемоглобин у нее повысился. Потом мы немножко потерялись, и тут Света в конце прошлого года присоединилась. И что вы думаете? Конечно же, и она и себе заказала, и своему молодому человеку заказала витамины. И маме, тете, вот, и комплексный уход. Поэтому я думаю, что в следующий раз Света сама нам об этом расскажет. Вообще у нас очень много историй таких, и мы будем обязательно на курсе ими делиться, потому что вот мы недавно девичник проводили тоже с Людой по ароматам, и вы знаете, просто в общении неформальном я узнала, что, кстати, вот Татьяна Макарова, 3 секунды, если есть возможность, подключитесь, вот 2 слова. Знаю, что благодаря витаминам, коктейлю у вас тоже решился ваш вопрос. Можете подключиться хотя бы ненадолго? Татьяна, так, вы здесь? Угу. Да, Татьяна. Ага. Вот я просто, знаете, так интересно, я на таких мероприятиях такие вещи узнаю, поэтому надо нам общаться чаще. Поделитесь, Татьяна, для меня это открытием было.
Ну, у меня была очень большая проблема, у меня был псориаз. И выступал на таких видных местах, то есть на руках, на ногах. То есть летом это очень большая проблема. И благодаря вот wellness, благодаря витаминам, у меня просто, по крайней мере, вот за 2 года ни одного высыпания. У меня просто до этого, господи, Галина, ой, разводовала, говорит, Галина Владимировна, господи, давно, представляете, человека не называла, давно не общались мы с ней. Короче говоря, тоже у мужа был псориаз, и тоже она ему потихоньку давала витамины. Если у кого-то есть такой вопрос, действительно, понимаете, вот как бы решается этот вопрос, ну, опять же, мы будем говорить на курсе «Почему?», да, потому что клеточки получают все, что необходимо. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что поделились. Так, а мы с вами уже подходим к завершению. Значит, смотрите, в преддверии 8 марта, да, у нас акционные цены действуют, это ценой-то назвать-то невозможно. Вот, значит, до 1 марта, девочки, если у вас есть 150 баллов и витамины, то 0-0 рублей для партнеров, для наших партнеров, для наших команд. Следующий момент. Если у вас меньше 150 баллов, да, ну вы сделали заказ, и витамины обязательно, девочки. Это то, о чем... Давайте я вам скажу. Значит, меньше 150 баллов плюс витамины. Получается 500 рублей всего, да, чисто символически. Потом узнаете, для чего сюрпризом будет. Для партнеров нашей команды. Дальше. Если у вас, ну, нет заказа, вы сейчас на нашем анонсе или смотрите в записи, у вас нет заказа и нет витамин, то вы тоже можете участвовать. 1000 рублей будет такой взнос небольшой для партнеров нашей команды, потому что для всех остальных это будет стоить 2000 рублей, потому что нас, я думаю, что будет ждать интересные сюрпризы еще в процессе. Еще раз повторяю, девочки, до 1 марта. Значит, с 1 марта удваивайте это все в 2 раза. И сейчас вот у нас есть анонс в телеграм-канале. У нас есть анонс нашего курса «Счастье в стройном теле». Вот. И вы туда присоединяетесь, либо вот QR-код, либо сейчас наша техническая поддержка туда отправит ссылочку. Так, вот сюда, в этом чате, где мы с вами находимся, отправит ссылочку на чат «Счастье в стройном теле» на наш анонс курса. Да, либо даже сейчас можете набрать в поиске в телеграм-канале анонс курса, так это называется, «Счастье в стройном теле». И всем, кому интересно, из ваших знакомых, а вам с друзьями тоже будет интересно, поддержка еще двойная, да, присоединяйтесь, делитесь этим каналом со своими знакомыми, пусть они присоединяются, смотрят и присоединяются к нашему курсу. Вот, что еще хотела сказать, что то, о чем я говорила, что можно, конечно, постранить и даже быстро, вот, но о чем говорят девочки, с которыми я общалась, что и лишний вес возвращается, и про здоровье никто не заботится, потому что витамины – это вообще основа поддержания нашего организма, понимаете? Для того, чтобы не валиться вечером, для того, чтобы утром просыпаться хорошо, и для того, чтобы все обменные процессы в организме происходили правильно, и для того, чтобы вы чувствовали еще себя более здоровой, более красивой, потому что это влияет не только просто на организм, это влияет на нашу кожу. Короче говоря, девочки, это влияет на наши горящие глаза. Вот, поэтому
запуск нашего анонса подходит к завершению. Вот. Спасибо всем, кто пришел. Сейчас вы знаете, что у нас сегодня особенный день, а 4 марта мы запускаем уже наш курс на 21 день. Поэтому до 1 марта, кстати, до 1 марта заполняйте вот в этом чате анонс «Счастье в стройном теле». Там будет Google форма, и вы заполните ее. Тем самым вы заявите, что да, я хочу участвовать, я с вами, я в команде, мне это надо. Вот, поэтому переходите, заполняйте, и уже будем с вами общаться, и вы уже попадете в специальный чат, где будет все самое интересное происходить. Вот. Так, а где у нас? Ага, вот, 3 секунды. Сейчас я